Об опасностях, которые скрывают скованные льдом водоемы, рассказали камчатские спасатели. Они провели рейд, в ходе которого беседовали с местными жителями. По словам сотрудников МЧС, дети часто выходят на лед Култучного озера, расположенного в центре Петропавловска. Его лед относительно крепкий лишь рано утром и вечером, а вот днем он становится непрочным. В связи с наступлением теплых дней по территории Камчатского края начинается таяние льда. В данном случае реки, озера начинают уже подтаивать, и что является небезопасным при нахождении на данных водоемах. Прежде всего, стоит учитывать погодные условия. Если днем, утром этот лед еще как бы имеет прочность, то ближе к обеду его прочность становится очень мала, и это появляется риск того, что человек может запросто провалиться под лед. По словам спасателей, подобные рейды они проводят в тех районах Камчатки, где часто случаются провалы людей и техники под лед. Особое внимание они уделяют несанкционированным ледовым переправам, местам массового лова рыбы, акваториям у населенных пунктов.